Церковь сегодня потеряла покаяние, и церковь сегодня потеряла слово. Она не пребывает в слове и в покаянии. Поэтому что написано? Деяние 2:38, да? Петр, что нам делать? Покайтесь, креститесь и получите дар Святого Духа. Дальше 42 стих, там же написано. И что дальше происходило, да? Деяние 42. И они постоянно пребывали в учении. То есть они не пребывали в новостях. Понимаете, да? Блогеров они должны были всех переслушать. Они должны были все соцсети просмотреть. А потом говорит, я не могу, у меня полная голова, полная душа, полное сердце. Матюков, всяких страстей, блуда. Чего, в общем, какой заразы только нету. Вы знаете, мы каждый день слышим, как люди исповедуются, они каются, и они не могут из этого вырваться. И потом, когда начинаешь разбираться, говорит, мы на ночь, мы должны же обязательно что-то посмотреть в течение дня, и обязательно на ночь мы должны полистать, посмотреть. А потом ум за разум заходит. И что тогда происходит? Римлянам 1 глава, да? И кто не заботился иметь Бога в разуме, превратный ум, повреждение ума тогда. Они постоянно, то есть каждый день, ниже написано, пребывали в учении апостолов. То есть в чем церковь должна находиться? В учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Аминь. Это должно быть постоянно и каждый день.